5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня рейд базы Финн. Это обычная база, здесь нет никаких таких топовых ресурсов. И достаточно будет одной C4. Ящик, который нам нужен, находится, по-моему, вот здесь вот. Здесь две комнаты, которые можно взорвать. Вот это первая и вот это вторая. Но вот в этом, вот этой комнате есть только один ящик. Здесь вы найдете чуть транзисторов, чуть железных этих резиновых деталей, подшипников, вот этой всей хрени. Я думаю, оно не стоит C4. Так, открыл я все ящики, но они пустые. Я вам покажу просто, чтобы вы понимали, что это так. Это моя микросхема, ее здесь не будет. Ну, будет ваш лут, который у вас украли, логично. Вот этот ящик нам интересен. Так. Здесь будет так. И вот этот. Так, это у меня украли. Здесь пусто. А нет, здесь есть аптечки и бинты. Сорян. Я почему думал, что тут пусто. Вот в этом ящике интересно будет. Более-менее. Так, давайте я сразу, наверное, одену вот это добро. У меня уже броня скоро исчезнет. Это мы напялим. Так, это хорошо, это хорошо. Тоже это и вот это. В принципе, все. Больше тут лутать нечего. Это у меня украли, это у меня украли. Ничего страшного, у меня это все есть. Остальные же комнаты в этой базе все пустые. Вот здесь вот, если взорвать, например, вот где-то вот здесь или вот здесь, вы откроете вот эту комнату и вот эту. Вот здесь есть соединение, которого, ну, где нет стенки или двери. Пусто, ничего нету. Здесь тоже ничего нету. В общем, какая странная база на самом деле. Ни станков, ничего. Здесь есть железный пол. Стальной, вернее. Здесь ничего интересного. Ну, все, можно, в принципе, сваливать. Надеюсь, этот рейд вам понравился и как-то помог. Пока-пока. До скорых встреч.